Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк, и это новости с передовой. А свой обзор, как всегда, я хочу начать с потерь российских оккупантов на фронте в Украине. За последние сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине 630 своих военнослужащих. А всего же с начала войны потери Российской Федерации на территории Украины составили 115 290 военнослужащих. Как мы видим, ожесточенная война продолжается. Развязал ее Владимир Путин, российский президент, и на данный момент он не собирается останавливать данную войну и не знает, как это сделать. Но мы будем биться до последней капли. Кстати, вчера известный днепровский меценат Геннадий Корбан объявил вознаграждение за информацию лица, который отдал приказ запустить вот эту ракету Х-22 на Днепр. И для уничтожения вот этого зла, которое исходит из России, из Кремля, нам нужно больше ракет, нам нужно больше танков, нам нужно больше бронетранспортеров, больше снарядов и другого вооружения. Только так мы можем победить российское нашествие на нашу матушку, украинскую землю. Ну а сегодня 15 число, и бои за Солидар, оказывается, до сих пор продолжаются. И российские войска дальше несут большие потери в Солидаре. Сейчас уже многие средства массовой информации сообщают, что 90% Солидара занято российскими войсками. Но наши защитники находятся на западных окраинах Солидара и наносят удары по российским оккупантам, которые находятся в центре Солидара и на восточных его границах. Есть несколько видео, которые подтверждают эту информацию. Солидар не окружен, бои в Солидаре продолжаются. Как мы помним, российская пропаганда несколько раз сообщала о полном захвате Солидара, что не соответствовало действительности. Наши войска отходить от Солидара не собираются. И будут все дальше и дальше методично посылать туда приветы. Что и было зафиксировано вчера на нескольких видео. Ну а о взятии и окружении Бахмута вообще речи не идет. Российская пропаганда сказала, что Солидар им нужен для того, чтобы окружить дальше всю бахмутскую группировку. Но на данный момент, если посмотреть обновленную карту Бахмута, то российские войска находятся на далеком расстоянии от него. Там неприступная крепость. И наше руководство будет делать все для того, чтобы российские войска не продвинулись ни на метр в районе Бахмута. Естественно, Солидар тоже будет со временем освобожден. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже йде. До новых встреч в следующем обзоре.